И сегодня я снимаю, наверное, долгожданное продолжение моего сериала «Драконы в скрытом мире». Ребята, многие из вас просили, я бы сказала, умоляли: «Катя, сними, пожалуйста, продолжение, ну сними, пожалуйста». И, наверное, многих из вас просто вот, наверное, интересный вопрос: почему ты не снимала? А, так скажем, я его не снимала, потому что некоторые из вас писали, что... Вот, это не настоящая история, потому что дети без убегательных фурий девочки, или наоборот мальчики, их зовут Стефани, Шерис, Эллисон. Да, я это уже где-то слышала. Я тоже в интернете посмотрела, там Funko Pop выпустили такие игрушки, но, блин, это не официальная версия. И причем я всегда говорю, что это моя версия, то есть это моя история, это вымышленная история, то есть я это сама придумала. Если вам нравятся варианты, где всякие Стефани, там, Эллисон и Шерис, то смотрите другие варианты. Просто это мой вариант, это моя история, и мне она очень нравится. Поэтому я решила снять предложение для тех, кто хочет смотреть именно, так скажем, нормальное мое видео, то есть, которое я сама придумала. И ладно, давайте начнем, а то я затянулась с таким, так скажем, разговором, который я бы сказала, не знаю, как хейтером, не знаю, возможно. Ну что ж, ребята, поехали! Так, Луна, я, как понял, уже вы с демоном готовы, чтобы полететь в скрытый мир. Конечно, папа, мы готовы, мы уже на все 100% готовы, да? Конечно, да. Я готов. Вам очень, демону очень понравится, поэтому давайте уже полетели. Так, выходим. Да, полетели, угу, домой. Луна, 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 луна. А что, что, демон? Ты счастлив? Ты очень хочешь скрытый мир? Я хочу, но я как-то боюсь. Вдруг я там, так скажем, буду лишний друг. Никто не захочет там со мной общаться. Но главное, что я с тобой хочу общаться. Я тоже очень сильно, но... Понимаешь, что-то мне кажется, я там буду очень лишним. Да нет, все нормально. Скрытый мир, он как бы любит всех драконов, потому что это дом для всех. И почему кто-то должен быть снаружи? Тут очень-очень, я бы сказала, опасно. Поэтому давай быть в нашем скрытом мире. Полетели. Ну, если ты так думаешь. Эй, вы летите? Подожди, Бисбек. Опа, я уже лечу, я тут. Опа. А может, мы все же не полетим? А? Да не бойся, не бойся, все хорошо. Мы уже почти полетели. Ну ладно, мне просто страшно, я боюсь. Главное, не сдаваться еще немножко. Ух ты ж, какой красивый скрытый мир. Тебе понравился, демон? Да, но я никогда не видел таких странных пещер. Это нормальная пещера для скрытого мира. Что, сейчас я тебе покажу наш дом. Вот он. Наш. Ну, я тут подумал, посоветовался с дневной фурией. Ты как бы можешь быть так, чтобы быть неполноценным, но членом нашей семьи. То есть, раз уж Луна тебе доверяет, то и доверяю я тебе. Ура, спасибо, Беззубик. Всегда пожалуйста. Летите внутрь, покажи Луна там, как там все хорошо, нехорошо, покажи пещеры и вообще весь скрытый мир. Хорошо, полетели. Ого, Луна, что со мной происходит? Ты светишься, как и каждый дракон в скрытом мире. Ух ты, интересно, мой хвост, точнее мои крылья и мой хребет, все светится, что? Да, Луна. Все же скрытый мир — прикольное место. Я тебе что говорила, это прикольное место для житья. А, кстати, как там твое крыло? Оно не болит?
На удивление нет, я даже не знаю почему. Может, не знаю, как-то тебе помогло мое лекарство? Я не знаю, возможно. А, кстати, что хочешь делать? Не знаю, может быть, полетаем? Я тебе хотела то же самое предложить. Полетели, полетели. Догоняй. Подожди, подожди. Эх, Луна, ты такая красивая. Ой. Хорошо, полетали. Да. Я что-то устала. Мне кажется, уже вечер. Полетели к нам в пещеру. Полетели к нам в пещеру. Ну, я же тебе говорю, все же папа сказал, что мы будем все жить в одной пещере. Поэтому это здорово. Полетели. Полетели. Уху. Так, Луна, где вы-то там долго были? Ой, папа, ты меня даже напугал, я аж упала. Так, ну это не важно, где вы там были-то? Ну, мы просто летали, отдыхали. Я показывала демону всю, как бы, местность нашу. Это же надо делать. Я понимаю, да, но уже ветер, вечер. Да, но все равно, кстати, демон, ты еще не знаком с, так скажем, братьями и сестрами Луны. Братьями и сестрами. Ну, вообще, честно, с братом и с сестрой. С братом и сестрой. На этом моменте, ребята, я хотела остановиться, чтобы вам кое-что сказать. Ой. А мне многие в комментариях писали, что все персонажи этой, так, ну, то есть все дети без обыкновенной фури, там, девочки или, наоборот, мальчики. Ребята, я, как бы, думаю, что, может, это неправильный вариант, поэтому, смотрите, я решила внести небольшие поправки, что всего, как бы, у Беззубика две девочки и один мальчик, поэтому просто это нужно мне для моей истории, и кому не нравится такой вариант, то, пожалуйста, не смотрите, как бы, ваше право. Что ж, давайте продолжать. И еще кое-что, ребята. У меня, так скажем, нет вот еще одного беззубика ледяной, так скажем, фурии. Поэтому я сделала из именно вот такого вот беззубика брата и сестру. Ну, вот эта сестра. Это девочка. Ее почему-то, ну, как-то все там зовут либо Элис, либо Шелис, я не помню. Но я ее буду называть Звезда. Ее зовут Звезда. А брата, который такой белоносенький в мультике, его будут звать Шторм. Поэтому вот так. И что ж, давайте продолжать. Тем, знакомься. Моя сестра Звезда. Привет, демон, привет. И еще мой братец. Сейчас. Привет, как дела? Привет. Ну вот и познакомились. Вот такое у нас дружное семейство. Я, моя сестра и мой брат. Да, я вижу много здесь фурий. Ну а ты думал, что ты единственный? Ну, я думал так. Ах, ладно, давайте уже все спать, уже ночь. Да, давайте, давайте. Так, заснули ящеры. Что ж, где там мой демон? О, вот он, с этой глупой самкой. Тут еще фури и дневные, и какие-то смешанные. Я буду богат! Ну, а для начала... Демон... Демон, иди сюда. Демон. Ты что, не рад меня видеть? Иди сюда, я сказал.
Я сказала, иди сюда. Иди, иди, аккуратно. Я сказала, цыц. Или я убью... А, упал. Или я убью эту самку. Понял? Идем за мной. Тебе здесь не место. И заодно мы с тобой получим столько денег, так как мы соберем всех фурий в этом месте. А ну-ка помогай. Или хотя бы сторожи. Все, тихо. Давай-ка начнем с нее. Строи, возлюбленный. Спокойно. Что за... Что? А? Нет, 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 демон, давай, тупица, защищай, делай что-нибудь. Да понял, 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 валим отсюда. Безумик, я в этом не виноват, я вообще ничего не делал. Ты предатель. А что происходит? Что, папа, что происходит здесь, безумик? Папа, что произошло? Этот дракон, предатель. Я не дракон. У меня есть вообще-то имя. Да какое, демон? Самое шикарное имя из всех, что я слышал. Да хватит вам, я вообще тут не виноват. В чем не виноват? А ну-ка объясните мне, я не понимаю. Хорошо, доченька, твой возлюбленный пытался всех нас убить. Неправда. А ну-ка, выметайся из скрытого мира. Тебе тут никто не рад. Ну-ка, выметайся, сказал. Ну и ладно. Демон, стой, демон, стой. О, нет, о, нет. Демон, стой. Ай, крон. Подписывайтесь на канал и ставь лайк. Если хочешь на усилие, то поставь. Ставьте 150 лайков и всем пока. Жми на follow, лайкни меня, лайкни меня, лайкни меня.